экономические условия, которые вышли за рамки определенных правовых устоев, они породили небольшой всплеск преступности. На тот период небольшой. Я сравниваю с нынешним уровнем преступности и говорю. Да, они породили, потому что новые экономические условия, когда стали возникать, то законодательство не успело перестраиваться под них. Мы жили при старых законах, которые регулировали те еще общественные отношения, старые. Поэтому был какой-то небольшой всплеск преступности, и то она была в определенных только направлениях. В основном экономическая преступность. И связанный с ней захват собственности, передел собственности. Ну вот вы говорите небольшой. Да сегодня то же самое. Все то же самое происходит. Но дело в том, что, я же повторяю еще раз, это было связано с захватом и переделом сфер влияния на тот период времени. Вот этот вот всплеск, он был порожден, я сказал уже о том, что были вот эти дворовые шайки, дворовые преступные группы, а может быть, объединявшиеся в районные преступные группы, они были очень сильно возвеличены средствами массовой информации. И как бы были идеологами вот этих вот всевозрастающих преступных посягательств на человеческую жизнь, на собственность, частную собственность, потому что в тот период активно развивалась частная собственность. Но